Не думаю, что Элису нужно время, чтобы вернуть себе былую форму, потому что, учитывая, как здорово этот игрок вписался в состав Уралмаша, говорит о многом. И, наверное, отчасти даже не удивительно, что именно Уралмаш наряду с ЦСКА лидирует по количеству результативных передач. Почти по 20 в среднем за матч. Зубков, сверхдальний трехочковый, мяч оказывается в корзине. Пока что это не помогает ему в нападении. Еще один промах от Уралмаша. При этом заметьте, что действительно большой акцент на броски с дальней дистанции у команды Павичевич. Карасев. Ну, кстати, некоторые наставники других команд, некоторые эксперты СМИ говорили о том, что, возможно, лучший сезон Карасева после возвращения в «Зенит» еще предстоит нам увидеть. После того, как он уехал из Санкт-Петербурга на протяжении 5 лет, он выступал за Барселону. Но вот снова Курич берет инициативу на себя. Посмотрите, как уверенно. А снова с мячом. Здесь не только разница скорости, но и разница в возрасте очень солидная. 12 лет, 86-го года рождения. Антон Глазунов, Артем Клименко. Очень здорово сейчас разбирается с обороной Уралмаша. Антон Глазунов атакует сам, не забивает. И Элис в одно касание переправляет мяч в корзину. И при этом видим мы с вами Тайрон Эльс. Если подобных экспериментов не было замечено за Хавьером Паскуалем, то Милош Павичевич к такому сочетанию игроков прибегает регулярно. Коэн Дублевич и Винс Хантер появляются на паркете у «Зенита». 3 секунды на бросок. Дублевич, пора атаковать, и Боян забивает! Боян Дублевич! Ну, по глазам читалось, что он действительно уверен в своем броске. Прямо с логотипа ВТБ. Октавиус Элис в ответ на атаки промахивается, но будет еще одна возможность для броска Уралмаша. Подбор в нападении и 3 очка от Кирилла Песклова. Джавонте Даглас забирает отскок на своем щите. Глазунов не стал бросать, и это не стало ошибкой, потому что Тайрон Эльсон с его передачей все-таки забивает. Очень жестко обороняется Уралмаш, но при этом без нарушений правил. Дублевич против Нельсона попадает под блокшот Октавиуса Элиса. 6 побед, 0 поражений. Начинает вторая четверть атаки «Зенита». Боин Дублевич попадает под блокшот Октавиуса Элиса, и тот показывает жест. Но вот сейчас ни арбитры, ни судейский столик на этот жест Вольхина не отреагировали. Песклов. Дальняя попытка и мяч в корзине. Был готов сыграть против Руне, но тренерский штаб «Зенита» решил поберечь игрока именно на этот матч. Фрейзер через руки Элиса. Теперь уже он атакует и забивает. Фрейзер, возможно, не самый высокий баскетболист, но у него просто невероятный, невероятно быстрый бросок, который мало кто может накрыть. Мурман тоже невероятно опытный баскетболист. Самый возрастной, кстати, в составе «Зенита». Ой, какая передача внутрь. И Герасимов не имел права промахнуться. Но сам же был готов забрать подбор. Это за него делает Антон Глазунов. Невилс атакует теперь уже с дальней дистанции и забивает. Не стал разгонять здесь быструю атаку. Элис снова просит мяч. 2 игрока против него. Значит, кто-то свободен. И этот кто-то Гаррет Невилс. Он получает мяч, ходит внутрь. Элис. 2 очка. Отдавать ему передачу Глазунов. Сделал это, но было уже очень поздно. 4 секунды на атаку Уралмаша. Глазунов атакует сам и забивает. Дважды становился MVP Суперлиги. Несколько раз попадал в символическую пятерку. Фрейзер забивает этот мяч. А вот фол у Трент Фрейзера действительно был. 4-й командный у «Зенита». Даглас под кольцо на Нельсона. Легкие 2 для хозяина. Штрафной линии атаковал. Ну и Дублевич не смог побороться за подбор. Курич падает за мячом, но не вытаскивает владение для своей команды. Зато Александр Захаров. 29-25. Есть возможность у хозяев площадки еще немножко. Преимущество в счете увеличить. Нельсон тяжелейший мяч забивает. Очень здорово. Капитан «Зенита» защищался против 25-го номера Уралмаша, но бывают такие моменты, когда хорошая атака берет верх над хорошей защитой. Дублевич. 203 сантиметра. Элис. Какая скидка внутрь. И этот мяч будет защитным. Фрейзер с мячом в первой половине отдал 7 результативных передач. И, кажется, на этом останавливаться не собирается. Курич. 2 трехочковых у него было в первой половине. И забивает еще один мяч.
Фрейзер. Может сыграть изоляцию, может за счет скорости обыграть любого соперника. Не стал этого делать. Карасев отправляет мяч в корзину. Ну, сейчас снова перехватывают лидерство гости. Курич с мячом. 3 секунды на бросок. Кайл атакует сам и забивает. 37-33. 2,5 минуты позади в третьей четверти. Но пока что не берет тайм-аут Милош Павичевич. Хотя, кажется, очень к этому близок. Особенно после такого прохода Трента Фрейзера. Такой счет на этом отрезке в пользу «Зенита». И атака команды из Санкт-Петербурга. Дублевич против Элиса. Сражение двух. И довольно-таки хороший прыжок высокой точки выносит мяч Кайло Курич. Даглас забивает, и это N1, показывает Виктор Кудряков. Мяч засчитан. Но все-таки вот эта высокая пятерка сейчас приносит свои плоды. Снова обратите внимание, 3 больших на площадке у хозяев. Элис, Даглас и Нельсон. И последний сейчас набирает очки, которые постоянно радуют болельщиков очень красивыми эпизодами. Возобновляется игра после тайм-аута. Дублевич, 3 игрока уже на нем висят, но он сам идет под кольцо и набирает 2 очка. 43-38. Даглас в этом матче не так активен в плане набора очков, зато Октавиус Элис 26,9, при этом из-за дуги. Начинается последняя четверть атаки «Зенита». Фрейзер в угол на Вольхина. Игорь бросает сам и помогает Фрейзеру. 45-40. Разница 5 очков. Собственно, такое же преимущество «Зенита» было и после стартовой четверти. Игорь Новикова в том числе. А это Таро Нельсон, который набирает свое 12 очко в сегодняшнем матче. И вывел «Уникс» в финал Единой Лиги ВТБ. После чего уже с казанской командой стал чемпионом турнира. Новиков набирает 2 очка в проходе. 2 дня назад ему исполнилось 31 год, но очень подвижный. Кстати, с паркета-то он все-таки уходит. Герасимов с дальней дистанции забивает. Довольно-таки легко забрал подбор. Теперь уже Дублевич против Элиса на чужой половине. Наверное, раз 5 в этом матче видели подобное сражение. Вольхин не сверху, но, тем не менее, важные 2 очка. Но по интриге, по борьбе точно другим играм не уступает. Нельсон. Хорошая скидка на Элиса. Ну, вот, пожалуйста, бросок сверху. Хороший дабл-тим на Герасимове. Курич не стал атаковать. Вольхин. Как здорово сделал показ. И сам разобрался. Сам забил этот мяч. Игорь Вольхин тоже, кстати, воспитанник подмосковных «Химок», как и Захаров. Элис. N1. Провел на площадке всего минуту. Фрейзер. Хорошая оборона. Элис просто-напросто забрал мяч у американского защитника «Зенита» Джавонте Даглас. 2 очка в раннем нападении. Этому был рад. Но вот что обозначает действительно боевой настрой. Гаррет Невилс. Глазунов. Вместе с ним на паркете 4 американских игрока. Глазунов атакует сам и забивает. Антон Глазунов сравнивает счет. По высокой траектории не забивает. Захаров со своей половины не точно. 61-59. «Зенит» вырывает победу в Екатеринбурге. Потрясающий матч, жаркая концовка, в которой все решилось действительно на последних секундах. Без привлечения